и никакое создание не подобно Аллаху. Вот это убеждение наших предков было. Вот смотри, я даже выделил. Аллах Та'аля урунга мухтаж тугль. Аллах Та'аля не нуждается в месте. Вахич насега мухтаж тугль и ни в ком не нуждается. Урунсыз. Вот это означает без места. Уалта джихаттан пак. Шесть направлений не присущи. Разве не сказал Абу Джахвар Ат-Тахави в своей книге «Акидату Тахавия»? Та'аля иллах анил худуди валь гаяти валь аркани валь ардои валь адават. لا تحقيق الجهات الست كسائر المبتدعات. То есть Та'аля, Аллах Та'аля, ему не присущи пределы, ограничения, углы, органы, конечности, как большие, так и малые, и ему не присущи шесть направлений, которые присущи созданным. Урон святой, алты джихаттан пак. Унда тугул, сулда тугул, алда тугул, атта тугул, уста тугул. Остаток, то есть ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу, не присущи. Аллаха Та'аля хищ суратта бульмастиби намна. Образ не присущ Аллаха Та'аля. То есть хищ суратта бульмастиби намна означает, что Аллаха Та'аля ему не присущ какой-то образ. И то, что вот я насчет джизм сказал, то наши предки, они понимали, и вот на арабском такие выражения. Аллаха Та'аля джисм имас, написано на татарском языке, означает Аллах Та'аля не тело. То, что я читал, вот сейчас здесь, наши предки, Аллах Та'аля джисм имас. Прямо вот джисм написано. Аллах Та'аля, он не тело, не джисм. Джаухар имас. Джаухар имас. То же самое. Аллах не тело, не частица. Джаухар.